Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит вы смотрите «Самарские новости спорта». Анастасия Павлюченкова проиграла очередной теннисный турнир. Дзюдоистка Ирина Заблудина выиграла серебро на турнире «Пан Америка». Баскетбольная «Самара» расколола Ижевский купол. Баскетболисты «Самара СГ» в встрече с ижевским клубом «Купол Родники» открыли пятиматчевую домашнюю серию на финише регулярного чемпионата Суперлиги. Аутсайдер соревнований «Купол» перестал оказывать сопротивление уже в первой четверти 26-16 в пользу экономистов. Не изменилась ситуация на паркете и табло и после ввода в игру самарских резервистов. Александр Галяхов, Сергей Жульков, Алексей Назаров и Сергей Рассказов тоже отметились точными бросками в корзину. В итоге встреча завершилась убедительной победой «Самара СГУ» с баскетбольным счетом 108-75. Горожане пока на втором месте в турнире Суперлиги. Ирина Заблудина выиграла серебряную медаль на открытом турнире под дзюдо «Пан Америка». Самарчанка неделю назад отметилась победой на аналогичном турнире в Чили. В Уругвае первую схватку с американкой Ирина выиграла, венесуэлку самарчанка одолела лишь на последних секундах встречи. Финал Заблудина вела по очкам, однако проиграла по предупреждениям. На этот раз чемпионкой Америки стала представительница Испании. Самарская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла турнир в США. В матче третьего круга одиночного разряда спортсменка уступила испанке Карли Наварро. По рейтингу она 13-я, однако это первая победа Наварро в 7 матчах против Павлюченковой. В парном разряде тандем Павлюченкова-Кудрявцева во втором раунде соревнований сдался дуэту Мартины Хингинс, Швейцария, и Санни Мирзы, Индия. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой!